Нескучные выборы. Молодежный проект под таким названием стартует в Ненецком округе уже 15 августа. Чуть больше месяца каждую пятницу на территории Заполярной столицы будут проходить тематические дискотеки. Проект призван поднять интерес молодежи к предстоящему голосованию на выборах 2014 года. Во время дискотек молодые люди смогут не только развлечься, но и выразить свою гражданскую позицию. Организаторами весьма необычного проекта является Ассоциация скаутов Ненецкого округа, а также клуб диджеев. Смысл дискотек и смысл задания диджеям, которые будут работать, это будет марафон диджеев, не конкурс, марафон. Общаться с ребятами, приходящими танцевать, пообщаться с одной единственной целью – замотивировать и донести до них такую мысль. Если ты взрослый, если ты совершеннолетний, то сходи на выборы. Вообще удиви себя и сходи на выборы. Также во время дискотек планируется провести показ слайдов с демотиваторами и объяснить молодежи, зачем и почему нужно идти на выборы. Первая дискотека пройдет в районе Котлована, что в поселке Искателей.